Начинается монтаж натяжного потолка. Сначала по периметру набиваются алюминиевые направляющие, так называемый багет, и крепится основание под галогенки. Сейчас при помощи тепловой пушки мастера нагревают полотна до 70 градусов, растягивают их и заправляют в багет. Для имитации яхтенной каюты натяжной потолок будет из 4 полос. Они светло-серого оттенка, глянцевые, сделаны из ПВХ, с пластиковой планкой-гарпуном по краям. Снаружи по периметру полотен натяжной потолок закрывается декоративными планками. Вставляем в отверстие 8 точечных светильников.